Спасибо. Я вот так люблю, когда со мной беседуют, когда люди ездят и бибикают. Да, конечно, это хорошо. А тем более, как бы они не смогут меня сбить с должного направления. А должное направление у меня включает следующее. В течение последних, там, грубо говоря, 5 лет я вам показываю, что, ребят, в принципе, то, чем вы занимаетесь, это хорошо. Теперь другой вариант. Ваша машина, если вы ездите на машине, также может сломаться. И самое главное, где вы будете ремонтировать? Вы можете ремонтировать в дорогих местах. Я не сторонник этого дорогого ремонта, потому что вы отдали машину. Когда я вам сделал, непонятно. Какие деньги вы вылетите, тоже непонятно. Проще приехать в клуб. Вот клуб, допустим, находится здесь, на Сурикова 11. Вот. Вы можете либо восстановить целиком всю машину, потому что машина, что это такое? Машина — это обыкновенно железка, пластика. Ну, возьмите пустую банку, да? Есть же бабушка покупает там, или мама покупает баночку. Правильно ее постучите, она сломается. Машина то же самое, ну то же самое, ничего там не поменялось. Она из такой же стали сделана, но может быть чуть потолще, может чуть поменьше. Вот, как и обратно выстучить, вот с этим надо обращаться к специалистам. Не те специалисты, которые все это дело облепят гипсой, понимаете, а те специалисты, кто это дело выстучат, кто сделает все правильно. Здесь есть такие люди, и цена вопроса тоже недорого. А теперь мы поговорим о ценах. Все, что случилось за последние 2 года, нам показывает, что ни в цене на недвижимость, ни в ценах на бензин, ни вообще инфляции нет. Как я покупал свининку, так она и стала стоить дешевле. Билеты в Турцию даже в долларах подешевели на 30%. Цены там же упали на 30%. И по сути везде ценники снизились. О как! А говорят, Россия! Я живу в Магнитке, да и вы тоже. Меньше понтов, больше дела. Как это делает клуб «Феникс». Они работают дешевле и вкуснее, чем все. То бишь, цена как была, так она и осталась. Прежде всего, мне хотелось бы нас поздравить. В конце концов, мы 2 раза выиграли Кубок Гагарина. Это хорошо. Ну да, конечно. «Магнитка» опять прозвучала не только на всю Россию, на весь мир. Я прекрасно понимаю, что вот те люди, которые уехали, я всем говорю, ребята, «Магнитогорск», он звучит, потому что 4 раза. А, 5 раз, простите. Мы выиграли первые места. Это как-то круто, правильно? Ну да, конечно. Сейчас еще ребятишки 11-летние будут играть. Может быть, еще один кубок привезут. Так, теперь маленький вопрос. Ну, раз мы все-таки выиграли, мы можем также предложить людям, что по сути событий, где вы можете машины ремонтировать. Это же тоже хорошо. То есть, раз мы выиграли кубок, а давайте сделаем подешевле. Да, мы так и решили, что раз такой праздник для города, мы оставим цены пока вот на уровне тех, которые были у нас в декабре, январе, с большим понижением. То бишь, мы о чем говорим? То есть, сама цена вопроса ниже не найдете физически, да? Ну, можно попытаться поискать, но если там найдете людей, которые будут все это дело работать с гипсой, это их не проблема, да? Мы не это. А теперь другой вопрос. Люди говорят, что цена вопроса. Цена вопроса составляется из 2 факторов. Ваша цена и цена на материалы. Потому что материалы бывают разные, правильно? Да, к сожалению, сейчас материалы очень сильно подорожали. То есть вопрос нашей работы, он остается на прежнем уровне, как еще до всех этих кризисов и повышения. Но материалы очень сильно подорожали. Они в большинстве своем импортным. Поэтому мы оставляем вот этот вопрос на совести клиента самого. Красить дорогой краской, красить дешевой краской. Но уровень нашей работы остается прежним. То есть люди могут сами посмотреть, да, и выбрать. Но качество и результат вы гарантируете? За нашу работу, да, мы гарантируем результат такой же, как был всегда. Но от качества краски тут сильно факторов не влияет. Просто долговечность там блеска, долговечность того, что это сколы будут там появляться быстрее, медленнее. Вот тут вопрос только это все. Мы оставляем на совесть клиента. Ну и про машинку я бы хотел сказать. Я ее вам показывал. Ну, чтобы вы поняли. Ничего не поменялось по сути. Все машины из стали, но в большинстве сейчас все это дело заменяется пластмассой. Сталь гнется, пластмасса рассыпается. Поэтому я люблю америкосов, и лучше из стали. С ними хоть приятнее. Так вот, эта Jetta тоже ориентирована на Америку. Сделано круто, слов нет. Приобрести возможность есть. К слову о тех, кто въехал. Вы ищете, как дешево отремонтировать свой автомобиль, так это по сути сюда. Кто хочет заработать на каско, тоже. Кое-кому. Каско отбило машины и загасило кредиты. Думайте, господа, и вот вам правило.
Самые грамотные цены здесь, на Сурикова 11. Вот одна из машин, которую сделали. К сожалению, у человека нет денег, чтобы рассчитаться. Вы можете купить отличный автомобильчик. Замечательный Volkswagen. Вот. Сделано исключительно. Я вам продемонстрировал с самого начала, да? Супер машинка сделана. Чего бы ее не купить? Вот так вот. То есть, если у вас тоже возникли какие-то проблемы, вы ее можете сделать, в принципе, можно ее здесь и продать. Ну, естественно, вопрос. То есть, сейчас машины не продаются слишком дорого, поэтому, пацаны, если что-то случилось, да, ну, и вы не сможете ничего сделать, но хотите рассчитаться с банком, то есть, обращайтесь сюда, здесь вам сделают и, возможно, продадут. При этом цена вопроса будет, ну, как вы прекрасно понимаете, не сильно большая.